25, 26 и 27 января в нашем родном городе Харькове состоятся матчевые встречи по боксу четырех национальных команд. В эти дни во Дворце спорта померяются силами сборные Украины, Белоруссии, Марокко и Грузии. Мы, харьковчане, приложим максимум усилий, чтобы достойно защитить цвета нашей страны. И нам очень важна поддержка наших земляков. Ждем вас во Дворце спорта на празднике бокса. С вами вместе мы сильнее!